Как отметили на встрече, этот сезон был непростым. Были и победы, и досадные поражения. Команда сменила тренера. Команду «Желто-зеленых» тренирует Виктор Гончаренко. И все же Кубань показала себя достойно. Красивый футбол болельщики видели и с лидерами российского чемпионата, и в играх с сильными и опытными европейскими командами. У команды, уверен Александр Ткачев, есть все ресурсы и возможности, чтобы показать достойный результат. Мы все хотим, чтобы Кубань играла лучше, занимала более достойные позиции в таблице футбольного чемпионата. Болельщики могут простить все команде. И неудачи, и борьбу, может быть, излишнюю. Но болельщик никогда не прощает, когда команда на поле ведет себя достаточно неамбициозно, не выкладывается на все 100%, не нацелена на победу, на результат. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году под руководством Виктора Гончаренко, нашего тренера, мы пройдем в Австрии достаточно хороший подготовительный период. И уже в августе, в новом футбольном сезоне, покажем хорошую игру. А задача, которую ставит руководство клуба, это, конечно, быть в шестерке лучших клубов страны и, конечно, возвращаться в Европу. В новом сезоне команде предстоит много работать. Десятки тысяч болельщиков Кубани ждут конкретных результатов. На встрече также опровергли слухи о переезде Кубани в Сочи. Там появится свой футбольный клуб. Что касается состава «Желто-зеленых», талантливые футболисты в клубе останутся, но будут и приобретения. Клуб обещает пополнить новыми игроками. Что касается переходов, продаж, трансферной политики, то мы будем только укрепляться. Все те, кто в этом сезоне с нами, этот сезон отыграл, в кого мы верим, в кого верят болельщики, все остаются в команде. Не допускаю и не приемлю всех переговоров, разговоров за спиной тренера и президента клуба по поводу перехода, по поводу других, так сказать, торговли и других инициатив. Так в команде не делается. Если мы верим друг в друга, если мы пришли сюда, то должны максимально выложиться и добиться тех результатов. В 2018-м матчи чемпионата мира по футболу пройдут в том числе и в Сочи. Этого ждут все футбольные болельщики края. И радость от побед будет двойной, отметил президент клуба, если в состав российской сборной войдут как можно больше игроков Кубани. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.